Ви знаєте, мене дуже хвилює взагалі питання, коли ми робимо якийсь відлік один рік. І, здається, нічого не було до цього, прийшла нова влада і починається все спочатку. Як запитала моя 5-річна онука, ще були передвиборчі лозунги, що «А чому треба будувати нову Україну? Ми що, не маємо своєї України?» Ви знаєте, така, дійсно таке враження, що щось починається абсолютно від нуля. Але дійсно мені хочеться говорити про кіно, що зроблено за цей рік в кінематографі. Це моя сфера, не аналізуючи якісь загальні концепції цього року. І треба сказати, що фундамент, який було закладено до того, підготовка закону, нового закону про кіно, який нарешті був прийнятий, щось відбувається в кінематографі. Є дві знакові події – участь українських фільмів у конкурсі Каннського і Берлінського фестивалю. Це вже якийсь знак, що бренд українського кіно створюється. Чи буде створена українська кіноіндустрія? Це неможливо було зробити за один рік. Тому для мене цей дійсно вимір одного року не є принциповим. А головне, що планується, що робиться і що зроблене в кінематографі. Є надії, навіть мені здається, що краще, ніж я очікував. Розумієте, отут є велика проблема в тому, що люди чекали покращення життя. І коли були лозунги передвиборчі про там, пенсії, про звільнення від податків, від всього, і новий податковий закон, кодекс абсолютно не відповідає тим обіцянкам. Хоч ми звикли, ми не віримо цим обіцянкам. Але коли є така велика різниця, і коли дійсно відчувають люди і підвищення цін, і дійсно падіння якогось рівня життя, це дуже складно, і це викликає, безумовно, якийсь протест. Але ж знову треба бути справедливими, хоч я дійсно не голосував за Януковича і не сприймаю цю владу, але я живу в цій країні, емігрувати я не збираюся, і я хочу працювати з цією владою і можу чимось допомогти якоюсь своєю позицією і своїми діями. Найстрашніше – те, що населення взагалі губить віру. Будується абсолютистська модель феодальної держави. Тобто влада не допускає не лише якихось рухів в напрямку федералізації, а навіть висловлення цих ідей. Вони на диво говорять правду. Вони всі хочуть центральної влади, щоб самим грабувати всю країну. Всю країну. Вони не збираються робити нічого хорошого. Всі ці люди збираються грабувати всю Україну. Ні, яка мені різниця між ними? Ага, подождите, вот здесь у меня... Вот что погано. 20 років експерименту під назвою «Велика Україна в кордонах, які дісталися від УРСР», показують, що нормальною не виходить. Взять все і поділити. Ну, принаймні, спробувати зробити компроміс у вигляді федералізації. Україна є Україною, і ці кордони не мають можливості перероблятися. Я все ж таки хочу сказати, що проблема не в інтелектуалах, ні в кому ще іншим, в нас самих. Янукович є обраний президент. І досягнення Ющенко, те, що були демократичні вибори, це вже проблема наша, кого обирали, як обирали. Ви посоветуєте йому під фінал кіно? От просто який-небудь фільм, посмотрети, да, три фільми для Януковича. Ну, важко сказати, все ж таки я завжди раджу щось подивитися з світової кінокласики. Давай, світової кінокласики. Ну, три фільми. Ну, той же фільм ось, дійсно, з Феліні «Ночі Кобілі». «Ночі Кобілі» – це найбільш емоційне кіно, і, здається, кіно, яке для всіх. А репетиція оркестра – ні? Це дуже складно. Складно. «Літять журавлі». «Літять журавлі» – це геніально. Калатозова. Ну, мабуть, багато таких фільмів. Ви знаєте, ну, «Громадянин Кейн». «Громадянин Кейн». І третє? Ще третій, я вже, здається, три назвав. Що ще? Ну, що... ну давайте тоді. Ви знаєте що? Вайди. І Вайди фільм «Земля обітована». «Земля обітована» якраз. Це дуже індустріальний фільм, до речі. Це фільм про гроші, про бізнес.
земля обетована. Ну и еще Лунгина олигарх. Что касается первого года президента Виктора Януковича, то для меня это нормальный первый год любого президента. Я думаю, что какой бы президент не был выбран год назад на Украине, большинство его шагов политических, экономических были бы примерно те же самые. Основная задача, которую решал Янукович, называется консолидация власти. С этой задачей он вполне справился. Ну а что будет дальше, мы узнаем в течение второго года. Вот я скажу, когда начнут закрывать программы, когда начнут средства массовой информации отбирать у частных собственников, кем бы эти частные собственники не были, и передавать государству в лице, скажем, каких-то крупных государственных корпораций, компаний. Вот когда, не знаю, «Нафтогаз Украины», как «Газпром», станет официальным собственником какого-нибудь канала, который сейчас находится в частных руках, вот тогда я скажу, ребята, вот ну, это надо действительно колотить в эту самую рынду. Когда программы политические начнут выходить в записи. Рік тому я мав нахабство мати оптимізм, думати, що все буде не настільки погано. Зараз я бачу, що все значно гірше, ніж я навіть міг собі уявити. І це мене реально турбує. Набагато складніше все взагалі, ніж я міг собі уявити. І коли я зрозумів, що кожного дня починав розуміти, що відбувається, побачив там якісь речі, котрі взагалі мене дратують повністю і не співпадають з моїм баченням того, яка повинна бути країна, я дуже здивувався і просто в мене шок був, коли я зрозумів, скільки людей саме зараз за цей рік хочуть виїхати з країни. Коли я дізнався, що 760 тисяч людей просто так захотіли поїхати в Штати і подали на грін-карт, я зрозумів, що в мого сина може не бути майбутнього в цій країні. Це страшно. Здрасте ще раз. Прийшли до влади люди, які до цього в своїх програмних засадах заявляли, ми професіонали, ми знаємо, що робити з економікою, і ми будемо насамперед економікою займатися. Пройшов рік, ціни зростають ще швидше, ніж вони зростали, все дорожче, зарплати не збільшуються, пенсії не збільшуються, але піднімається віковий ценз. Тобто в економічному плані повний провал. Чесно можу сказати, що до мене ніхто не приходив, мені ніхто не дзвонив, мене не ущемляють. Але все ж таки я розумію, куди це все йде. Якщо держава не захищає свою культуру, а просто її починає топтати, якщо я говорю про поправку до закону... Бондаренко, квотування. Квотування, да, української музики в радіо, там, телевізії. Українського продукту, української музики. Ну, українського продукту, так. Да. То а це і новини, це і програми, це не тільки музика. Мені здається, що це що просто, знаєш, якщо на державному рівні люди мають взагалі якийсь сенс, смисл, сміливість і взагалі натхнення такий проєкт просунути, то я розумію, на державному рівні, то про що говорити? Як можна говорити про те, що держава пілкується про свою державність? Доброго вечора. Ми брати Капранові, письменники. І за минулий рік, на жаль, ми не знайшли жодного доказу існування в країні президента Януковича. От ми спеціально сьогодні думали цілий день, що ж такого, нічого не знайшли, зате знайшли докази того, що його насправді не існує. Харківські угоди. Ну чому не поторгуватися? У тебе є флот і є газ, який треба переукласти договір. Якби у нас був президент, він би сказав, люди добрі, так це ж прекрасний спосіб змінити формулу розрахунку газу. Без підручників залишились не тільки десятикласники, але й 9, 8, 7, 6, 5-класники, які вчаться за 11-річною програмою, за підручниками 12-річними. Ви повинні усвідомлювати, що в один прекрасний момент всі школяри України залишились без підручників, без методичних методики викладання. Була знищена вся шкільна система України. Я кажу, що податковий кодекс зробили, тому що все попереднє законодавство податкове було а, десь збалансоване, б, воно прибивало, ну, всі недоліки, сказали, ах, таке погане законодавство. Якби у нас був президент, він би поставив питання, а хто створив попереднє податкове законодавство? От він не поставив такого питання, а ми поставили. І ми знайшли
автор попереднього законодавства Микола Янович Азаров. Всього. 95-й рік закон про прибуток підприємств, він тоді був головою Верховної Ради по бюджету, 96-й став він податковою інспекцією, 97-й податок на додану вартість, 2003-й з фізичних осіб. Він розвивався, розвивався, ви навіть не знаєте як. За роки головування Азарова в податковій Верховна Рада прийняла 200 законів, які удосконалювали, удосконалювали податкову систему. І цього сотні законів на 5 років. Дві сотні. Да? І його ж ставлять це ремонтувати? Слухай, Микола Янович, от... наробили херню, а тепер от він зробить правильно. Да? Хто зробить правильно? Він що, це що, президент? Це великий компрадорський капітал, який сьогодні узурпував владу в Україні. Політична відповідальність. Що таке? Це наша можливість винести ногами вперед будь-якого чиновника. Оце його політична відповідальність. Не те, що його наступного разу не оберуть, а ногами вперед. Ми зробимо це, не чого чекати. От якщо ми будемо чекати, ви фільм дочекаємося. Ви ніяк партію рішили создати? Ні в якому разі. Але ми шукаємо притомних політиків, які би нарешті почали прислуховуватися до того, що говорять люди, не тільки ми. Год, с одной стороны, прекрасный, не связанный с Януковичем, конечно, никак, просто с нашей творческой жизнью, но по поводу Украины, конечно, горькие чувства. Горькие! И ну, сейчас опять возникает очень такая критическая для меня история, потому что если я не получу государственной поддержки, то фестиваль... тихо почит в Бозе. Задача государства – заниматься протекционизмом идеологии, своей идеологии, ну и каким-то образом формировать государственность. Ну, что такое государственность? Кроме того, что собирать налоги, нужно еще людям давать какую-то точку идентификации. Кто ты такой? Цей рік для мене був дуже цікавий, дуже важкий. Цілий рік я намагалась помагати не тільки президенту, а цілій країні, для того, щоб змінити ситуацію. Тому що я не люблю критикувати. І я вважаю, що всім українцям вже давно, давним-давно треба зрозуміти, що не треба звертати всі свої проблеми на президента чи на владу. Ми варті сьогодні тієї влади, яку ми маємо. І от якщо ми будемо варті чогось іншому, влада зміниться. Тому треба перше починати з себе, робити самостійно, а тоді все прийде. Существует как бы две страны, может быть даже три, но ну, Украина. Да, есть Украина, которая существует вот во власти и, условно говоря, в медийном пространстве. Есть совершенно другая Украина, параллельная Украина, где люди не смотрят телевизор, на самом деле не очень интересуются там, проблемами президента и прочее. Да, то есть это молодые, образованные, читающие книги. Таких становится, кстати, все больше и больше. Да. Конечно, на самом деле всегда было больше. Да, но они сейчас реально это те люди, которые... Реальный потенциал. Проблема в том, что реально, во-первых, нет стратегии о том, что пропаганды высокого, современного или классического искусства. Нет, на самом деле, достаточного количества образцов этого. Нет протекционизма, потому что наши несчастные хорошие музыканты, которые кончают консерваторию, они все заточены, чтобы отсюда уехать, потому что здесь они не востребованы, они нищие, несчастные. Сьогодні наше завдання не очікувати від них те, що вони зможуть змінити цю систему. Цю систему можемо змінити тільки ми з вами. По-моєму, зараз от відбивка і все. Все. Пока. Спасибо. Жить, дітей ростити, нікого не боятися. В зв'язку з наступанням двох років президента Януковича, думаю, треба готуватися до вуличних акцій з його повалення, тому що без цього, я думаю, він не піде. Також треба не бути наївним, не вірити політикам і бути критичним до всіх, не любити їх нікого. Навіть тих, за кого ви голосуєте. Дякую. Наверное, есть труднее всех из-за его роста сюда пробраться. На самом деле, это уже последняя часть интернет-марафона Виктора Януковича «Два года условно». У нас с нашими последними, но не менее значимыми гостями, это Сергей Лещенко, «Украинская правда», и Игорь Гужва, бывший главный редактор газеты «Сегодня». И сейчас он представляет, насколько я понимаю, рух
честно. Так? Честное слово. Честно, это инши руки. Да, хорошо. Предъявляю претензии к кандидатам. Все. Смотрите, первый вопрос. Мы столько уже сегодня обсуждали. Хорошо, вот. Услышать хочется, что вы там сказали? Что надо делать? Мы просто не услышали, ей-богу. Просто у нас монитор не работает. Вы просто занимаетесь, как всегда, как это, отвлекаетесь на всякие темы, которые... Вас просто не было слышно, Я був дуже скучний, я сказав, що треба готуватись до вуличних акцій на осінь, тому що без цього ніхто не піде. І якихось більш глобальних речей я не казав, тому що я спонтанно не можу такі якісь речі вигадувати. Тут вопрос, що робити, потрібно розбити на три частини. Що робити опозиції, що робити власті і що робити народу. Когда мы говорим, что делать оппозиция, это означает, что оппозиция должна сделать для того, чтобы сменить действующий режим. Когда мы говорим о власти, что власть должна делать для того, чтобы у власти остаться еще какое-то время. Когда мы говорим о народе, тут ответ, что делать для того, чтобы выжить в этой ситуации и выжить достойно. То есть правильно понимаешь, что у народа один выход – выжить? В данной ситуации каждый человек, который думает сейчас о том, как покормить свою семью, для него это главный вопрос. И проблема как власти, так и оппозиции в том, что они не могут пока донести народу, что выживание и улучшение жизни народа связано с их победой, с их идеями. Сереж. То есть и власть, и оппозиция, по сути, от народа отделены такой серьезной ментальной стеной. Сереж, я правильно понимаю, вот исходя из того, что верить нельзя никому, очень свежий тезис, но тем не менее. Свежий в кавычках. Хорошо. В кавычках свежий? Конечно, в кавычках. Ну, на самом деле, Болтон, Сережа, я к чему? Единственный, кто сказал, что нужно готовиться к массовым акциям. Вот, поэтому... Единственный вопрос. Действительно ли невозможен консенсус спустя два года правления Януковича, невозможен консенсус между властью, оппозицией и народом? Действительно ли все так у нас плохо? Никто такой, по-моему, задачи и не ставит, чтобы искать консенсус. Ну, у власти есть там четкие задачи заработать, украсть и продлить свое существование до плюс бесконечности. У оппозиции есть задача свергнуть их, а как тут найти консенсус? Послушай, ну так не бывает. Общество, на самом деле, общество... Опять же, мы заложники какой-то иллюзии, потому что активная часть общества, которая смотрит нас и которая вот мыслит о том, о чем мы сейчас пытаемся моделировать их настроение, ну, может, там 3% общества, а остальные 97% они просто занимаются политикой там, накануне выборов и после, день после выбора, когда подводят итоги. Ну, смотри, все, не может, наверное, быть так, все-таки, ну, так устроено там государство, да? Ну, не может оно существовать без политиков. Ну к сожалению, получается. Да, или, наверное, к счастью даже не может. Ну, плохие и власть, плохая и оппозиция, и как там любят там, задавать такой вопрос, очень такой емкий, но тем не менее. И чё? Ну, вот они такие, вот других у поэтому нас нет. Поэтому я говорю, никого нельзя любить, потому что они все обманывают. А... Контролевать. Но их не надо любить. С ними надо смириться с ними надо бороться. К сожалению, общество, оно у нас, мне кажется, в своей... В значительной части, может даже это большая часть общества, она смотрит на политиков как на голливудских звезд, а на происходящее событие как на сюжет. И ты считаешь, что люди действительно готовы выйти на улицу? Нет, я говорю просто о том, что вот люди воспринимают это так. Я же сужу там по общению не с озабоченными людьми, как мы с вами, а с простыми, которых это заботит как картинка в телевизоре, и они действительно там кого-то любят, кого-то ненавидят. Когда кто-то что-то говорит, они начинают плеваться. А но люди готовы выйти. Подходят там, бежать к телевизору, целовать. Мы дошли вот до той точки кипения, вот нам люди? Потребовалось нет, два не года. Готовы. Нет. Нет. А кто тогда? Что, свергать Януковича? Ну, конечно. Нет, конечно, люди однако вы же ты кличешь на вуличні протести. Я не кличу, я просто кажу, що ну, без цього ми не визбудемося його, тому що ну, очевидно, що кожен наступний крок нинішньої влади, він показує, що вони для себе відрізають сценарій нормального відходу від цієї влади. Тобто вони показують, що вони її здавати не збираються, тому що от все, що вони роблять, вони є діями на підтвердження тези, що вони будуть і бачать себе як постійних правителів в цій державі, і
навіть якщо розглядають якусь здачу першої посади, то спадкоємці. Ну, у власті є дуже серйозний базис, на котором, собственно, зиждеться її уверенность в тому, що у нього все буде хорошо. Если посмотреть на нынешнюю ситуацию, сравнить ее с ситуацией 2002-2004 годов, когда была предыдущая как бы, такая кардинальная смена власти, массовые акции и так далее, здесь есть одно кардинальное отличие, отличие базовое экономическое. В 2002 году в Украину потекли дешевые кредитные ресурсы западных банков. Появился альтернативный источник финансирования экономики, альтернативный деньгам местных олигархов, государственному бюджету и так далее. В 2008 году этот источник обрубился. И все, что мы видим, это последствия процесса, который был запущен в 2008 году. В Украине не стало денег альтернативных тем, которые есть в кубышках у крупнейших финансово-промышленных групп и у государства. А зараз навіть канали ці перекриваються надходження будь-яких великих грошей. Пример, не называя фамилии. В 2009 году я вместе с одним из очень влиятельных членов партии регионов Юлия Тимошенко. Вот. И вот все, что сейчас говорят... И все, что сейчас говорят о том, как власть укатывает бизнесменов, близких там, к оппозиции, вот все то было перед моими глазами. То есть уже тогда бизнес четко понимал, что он без власти выжить не может. Уже тогда власть понимала, что она может использовать это понимание бизнеса в своих интересах. Другое дело, что тогда у Юлии Тимошенко не было той полноты власти, которая сейчас у Януковича, поэтому то, что она проделывала, это были такие еще слабые попытки, которые после выборов 2010 года переросли в систему. Бизнес понимает, что он без власти выжить не может. Бизнес понимает, что других денег, кроме как те, которые дают ему заработать в этом государстве, власть, которая существует, нет. И это является главным, на мой взгляд, препятствием для того, чтобы оппозиция превратилась из нечто ныне маргинального. Вот если просто посмотреть на то, как она себя ведет, вот сразу бросается в глаза ее некая, ну не то что ущербность, но вот, скажем так, на них смотришь, не видишь них победителей. Народ так устроен, что он может выйти на площади, он может бросить все, бросить там там работу, как киевляне бросали свои офисы в ноябре 2004 года. Но они должны понимать, что они не просто пойдут помёрзнуть где-то на улице, они пойдут и добьются победы. В 2001 году Украина на без Кучмы такой уверенности не было. В 2002 году по стане Украины такой уверенности не было. В 2004 году такая уверенность появилась, пришло много гонорар, и власть поменялась. Но для этого оппозиция должна выглядеть как вот люди, которые реально идут брать власть. Вот. Но у них, у оппозиции сейчас этого нету. И одну из главных причин, помимо там, что Юлю посадили, Юру посадили, это то, что у них нет экономического базиса, у них нет денег. Они там сейчас там скоро выстроятся уже после того, как Порошенко нейтрализует, после того, как Мартыненко тоже... Поищут внимательно да, в банке. Да, вот. Они скоро все выстроятся на банковую и будут говорить, отдайте нам, пожалуйста, денег на нашу партийную оппозиционную деятельность. Я с вами согласен, есть только один момент. Вот мое мнение не знаю, насколько, может, и правильно, видение. Вот прошел год, да, там, 2011 год. Ведь на самом-то деле оппозиция уже перестала быть вот той прослойкой между людьми и властью, глядя на которую они бы вышли на улицу. Вы согласны с этим? Закончите мысль. То есть, грубо говоря, власть и народ остались один на один. Между ними ничего нет. Ну, оппозиция не находится, но вот насколько я понимаю, между народом и властью. Она находится в стороне от власти, то есть это альтернативная власть. Вот есть власть, которая сейчас правит. Есть оппозиция или это? Народом, правильно? Да, конечно. Нет народа, который поддержит такого большого количества, чтобы эта оппозиция была настолько легитимная и могла войти воевать с властью. Мы же это не... это как бы взаимосвязанные сосуды. Оно не пользуется на поддержку народа, в том числе, потому что нет у народа уверенности в том, что они победят. Вот я считаю, что наоборот, вот не надо закручивать этот сосуд. Ведь люди, вот эти, которые есть, они же не запрограммированы с детства смотреть на Тимошенко или на кого-то и идти за ней, чтобы победить власть. Может, вы не допускаете такой вариант, что эти люди, которым вот не на кого смотреть, они не будут никого искать, сами пойдут?
Это может случиться что угодно. То есть это будет типа египетский сценарий, когда нет организованной оппозиции, это просто народ вышел и пошел. Это может быть все что угодно. Это может быть общественное объединение. Может быть все что угодно. Да. Но особенности Украины, ну по крайней мере все, что мы видели до сих пор, это то, что такие спонтанные акции никогда не бывают многочисленные. Мы видели Украину без Кучмы, мы видели Повстание Украины, мы видели акции, когда арестовали... Они не были спонтанными на самом деле. Да, но условно говоря, то есть они были как бы неожиданными, да. Ну, постоянно Украина, да, она готовилась, но Украина без Кучмы для населения это было вот вдруг они появились и пошли. Но вы согласны, что сейчас эти акции массовые, которые здесь происходят, негодование, они, возможно, пытаются их организовать, но есть абсолютно естественное, спонтанное... Мустафа, какие ты видишь акции негодования? Нет, но я говорю... Он слухай, но в Донецку, народ рациональный. Шахтари, чернобыльцы. Чернобыльцы, которые... Я думаю, они ведь вели к этой миссии. Украина рациональный. Налоговый Майдан. Отличный пример. Отличный пример. Народ рационален. Налоговый Майдан возник потому, что есть группа товарищей, ну, предпринимателей, чьи групповые интересы были этим новым налоговым кодексом ущемлены. Они четко понимают, что если они сейчас выйдут на Майдан, к ним придет Янукович, попьет чайку, внесут коррективы в налоговый кодекс, и они получат там свою упрощенную систему там, в более-менее нормальном виде. Они эту цель видели, они четко осознавали, что это вполне реалистичная задача, они вышли и ее добились. Просто вот сейчас сказать народу, давайте выйдем, померзнем около Банкова или померзнем около Кабмина, и власть поменяется, ну, в это никто не поверит. Слушайте, ну вот... А для того, чтобы народ в это поверил, вот должна быть все-таки некая вот организующая сила, которая все будут видеть, да, эти люди смогут сменить вот тех, которые давайте там. Давайте быть реалистами. Это организующая сила, которую мы можем там назвать оппозицией, как угодно. Единственная ее цель будет прийти к власти и делать ровно то, что делает власть. Я с вами абсолютно согласен. А тогда, ну как бы... Я с вами абсолютно согласен. Вы думаете, люди этого не понимают? Они не видят, что эти люди? Нет, совершенно верно. Ну, для людей, в принципе, для них характерна склонность к переменам. То есть, когда они меняли Тимошенко на Януковича, Тимошенко на Януковича тоже многие понимали, что ничего там принципиально не изменится, но просто Тимошенко надоело, пришел Янукович. Точно так же через какое-то время может произойти смена и нынешней не власти. Ага, но я с вами абсолютно... не захочуть, то это питание, що вони не захочуть іти. Конечно, ну и тем более после того, как Луценко дали приговор, как Юлия Владимировна так, дали мне приговор. Ну, до 20-го року вже орендують, да, Межигір'я під залу урочисти прийому кстати, абсолютно верно поставил вопрос. Вот на самом деле ситуация в стране кардинально не поменяется, если сейчас вдруг вот Янукович и вся его команда уйдет. И придет, допустим, Яценюк там или Юлия. Я не согласен. Да, потому что, ну, подождите, какие-то перемены будут. Сейчас вот Лещенко, власти, подождите, да. Дайте Лещенко сказать, да, вот он сидит, молчит. Что значит, не поменяется? Очевидно, потому что если бы мы жили там по старой конституции, то, может быть, ничего не поменялось. Сейчас как раз наоборот, от первого лица зависит все, потому что этот человек своей подписью меняет, во-первых, ну, всю номенклатуру чиновника в государстве, во-вторых, он создает как бы идеологию. Ну, по сути дела, у нас не парламент, не президентская парламентская республика, а полумонархия в Украине. Потому что противовеса, который раньше... Там, неограниченная. Даже во времена Кучмы такого не было, потому что, как минимум, ну, был Верховный суд, который принимал совершенно решение. Конституционный суд, был уже такой. Да, но он третий срок... Он ведь тогда менять конституцию? За наслідками референдуму. Конституційний суд він тоді 4 питання з 6 пропустив, 2 не пропустив. Але, наприклад, там він третій срок Кучми. Ну, реально, з третього сроку Кучми почалась деградація Конституційного суду, звичайно. Але ну, Верховний суд він не був, звичайно, на короткому повідку. І, в принципі, в суспільстві існували навіть за часів Кучми якісь реальні противаги його доволі авторитарній владі. Була опозиція доволі потужна, яка не сиділа в тюрмі. Була судова система, там, припустимо, Верховний суд, який був більш-менш незалежний орган. І смотрите, був конституційний, який інколи приймав рішення, які не подобав. Зараз цього всього немає. Зараз фактично всі органи і всі гілки влади, вони перетворились на підрозділ адміністрації президента. Я розумію, що нет універсального рецепта для того, щоб змінити ситуацію. Ви, як лідери общественного мнения, лідери журналістського движення,
журналистского сообщества. А вы, значит, мы нет. Вы аутсайдеры. Нет. А вы аутсайдеры. Вы, нет, мы не московская газета. Нет, рука Кремля. Мы украинская газета. Из Запорожья, правильно я понимаю, Валерий? Я лично из Запорожья, да. Я несколько другом. Для моего, вот в моем понимании, одной из главных проблем является то, что мы на самом деле не знаем, чего мы хотим. Мы можем... Мы это кто? Общество? Общество. Теперь уже давай про вас говорить. Хорошо. Ну, общество Запорожье, река Кремля, конечно, не знаю. Мы это в цензуре знаем. Общество, мне кажется, вообще находится в младенческом состоянии, оно как бы видит картинку и хочет ее, и все, больше не задумывается. И сегодняшний марафон, я скажу крамольную вещь, да, вот сегодняшний марафон, как мне кажется, очертил некую такую проблему. Мы можем очень долго констатировать о том, что плохо. Мы можем приводить кучу примеров, как это плохо, да? Но мы не артикулировали, во всяком случае, я не услышал, та цель, которая, ну, тот идеал, к которому можем мы стремиться. Так вот, у меня вопрос к нашим гостям. Вот идеал, к которому должно стремиться украинское общество, идеал, к которому стремитесь вы, если возможно, то ну, там три позиции, да? Вот к чему надо стремиться? То, что плохо, то, что жопа, это как бы все ясно. Да? Но куда идти вперед? К чему, собственно говоря, идти? Ну, тут нельзя три позиции. Мне кажется, нужна 5. Перезагрузка страны. Вот так, даже не просто нажать кнопку и перезапустить компьютер, а просто нужно достать даже все вот эти микросхемы из этого компьютера, вынести их в металлолом и засунуть новые. Сереж, ну, на самом, Сереж, ну послушай, ну, на самом деле это достаточно такая аналогия, как бы обо всем и как бы ни о чем. Не, ну понятно. Вот, да. что должно быть? Вот идеальное украинское общество, где будет там согласие и солидарность между гражданами, это, где они будут уважать власть. Не будет, а во-вторых, это не является залогом успеха. Потому что, например, там, в Испании, да, например, там, а часть страны вообще не мыслит себя внутри этой страны, страна Баскер. Там, каталонцы наполовину вообще считают себя другой нацией. И там социальные стандарты, если мы говорим о них, они на две головы выше, чем в Украине. Например, хотя там кризис, и нам все рассказывают, что как хорошо, что в Украине кризис, а в Испании, в Греции кризис, и давайте будем радоваться и хлопать Николая Яна за то, что он эффективный. То есть вопрос не в этом. Нельзя эту пропасть перепрыгнуть ни в один, ни в два, ни в три присеста. Пропасть нужно полностью засыпать камнями, чтобы уже пройти, да, скажем так, к идеальному обществу. Поэтому это должно состоять из множества составляющих. Там, окей, свобода слова, конечно же, это очень важно. Но, как оказалось, этого недостаточно для того, чтобы сделать прививку обществу, чтобы оно вот, ну, например, у нас была свобода слова в 2005-2007 годах, допустим. Но все равно это не изменило наших людей. Они по-прежнему верили в сказки и лапшу, которую вешали на уши Тимошенко, Ющенко и Янукович. Они ее с удовольствием, значит, скручивали со своих ушей и употребляли внутрь. Слова. То есть этого недостаточно. Должны быть какие-то другие сдерживающие факторы, которые бы не позволяли стране скатываться назад. Это не только свобода слова, да, и не только там независимые суды. Это должно быть очень много причин. У меня нет ответа на вопрос. Откровенно говоря, я не знаю такого рецепта, как вот эту пропасть засыпать. Я не прошу рецепт. Я прошу хотя бы вот те люди, которые... Сереж, ты же борешься скажем, с ханжеством, с не совсем козырным поведением президента Януковича. Последняя заметка, если не ошибаюсь, про его новый кабинет. Правда? Нет, заметка не об этом была, а о том, что президент, оказывается, теперь не устраивает администрация, которая там содержится. И ему теперь создали, значит, отдельную администрацию президента в Межигорье. Это вообще как бы нонсенс. Если бы во времена Кучмы такое произошло, я думаю, люди кучмистской закалки, они бы это покраснели просто. А тут это как бы нормально. Придумали историю. Наша Дарка Чупак написала пресс-релиз, вчера вечером прислала. Я вообще даже, мне было за Дарку стыдно такое писать, что оказывается, для того, чтобы президенту было комфортно и чтобы он не создавал дискомфорт другим, чтобы он не перекрывал дороги. И мы, значит, создали филиал администрации президента в Межигорье, который еще и заплатили деньги, не на помощь за его содержание. Конкретно чмырить власть мы можем. Ну. Но назвать конкретно образы, конкретно
составляющие идеального украинского общества, мы почему это не можем? Нет, ну, я вот прошу, свобода слова. У меня нет полной картины. Окей. Я могу сказать какие-то элементы. Да, на самом деле я могу продолжить аналогию с Испанией. Я когда-то говорил со своим знакомым каталонцем, болельщиком Барселоны, который, естественно, не считает себя испанцем. Конечно. Вот. Он сказал, мой отец был каталонским сепаратистом. Он хотел, чтобы Каталония отделилась от Испании, потому что во времена Франко нам запрещали говорить на каталонском и так далее. Я себя испанцем не ощущаю. Я там люблю говорить на каталонском, но если вы меня спросите, хочу ли я, чтобы Каталония делилась от Испании, я скажу, что нет, не хочу. Почему? Потому что Испания дико комфортная для жизни страна. То есть вот если говорить об идеале, это комфортная для жизни страна, для всех людей, в ней проживающих, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят. Это очень важный момент. А второй момент, если так уже говорить о общих чертах, это права человека, социальные стандарты, уровень жизни аналогичный странам Евросоюза и модернизационный потенциал и развитие, как в Юго-Восточной Азии. То есть вот если совместить, то это идеал того государства, к которому мы должны стремиться. Но если говорить, я тут абсолютно согласен с Сергеем, если говорить, как к этому прийти, это конечно, дико долгий путь. И тут короткого ответа быть не может. Это может быть эволюционный путь, как сказал Сергей, заменить полностью внутренности нашей страны, правное обеспечение, там, элиту и так далее. Вот. Но есть и некий эволюционный путь, который может быть долгий, непонятно, когда мы придем к тому результату, но это путь там, защиты своих прав, своего места, выстраивания вот, той идеальной системы, о которой мы говорим, на каком-то микроуровне. И защита силами того гражданского общества, которое пусть в зачаточном состоянии, но у нас оно и находится, когда оно у нас все-таки существует. Когда у нас была свобода слова в 2005-2007 годах, я на самом деле тогда спорил с одним российским журналистом, который доказывал, как у нас хорошо, что у нас есть свобода слова. Я ему просто показал новости одного из телеканалов, это был 2006 год. Первый сюжет — это про визит президента, второй сюжет — про визит премьера, третий сюжет — какая-то заказуха там по поводу рейдерского захвата какого-то предприятия. То есть у нас была возможность говорить, ну и конкретно у этого телеканала была возможность в принципе говорить все, что они хотят, делать качественные сюжеты, объяснять, что происходит на самом деле в стране, но они не воспользовались этой опцией, потому что они не ощущали, что это в принципе им нужно. И общество не давало очень четкий запрос, что так нельзя делать, что это неправильно. Точно на то же, когда были вот эти вот все войны с застройщиками и так далее. Огромное количество СМИ вставало на сторону застройщиков за деньги, там еще как-то. Да? То есть те даже минимальные гражданские инициативы, которые у нас в тот период были, они подавлялись в том числе и силами СМИ, которые просто получили или получили деньги, или просто извини, там по накатанной давали некачественно, скажем так, не докручивали эту тему. Вот, то есть, в принципе, если говорить о том, как этому идти, что нужно делать, вот мы видим, вот что-то где-то делается правильно, мы должны это поддерживать. Вот теми, пусть маленькими ресурсами, которые у нас сейчас есть, но мы это должны делать. Потом, глядишь, через какое-то время это станет... Главное создать инфраструктуру, правильно? Да, в том числе. В том числе. В том числе. И тот же закон, допустим, о доступе к публичной информации, это часть этой инфраструктуры, принятая, кстати, при Януковиче. Но тут мы можем спорить уже, почему это произошло. Потому что тут здесь не готов признать, что что-то способен. Где-то. Нет, потому что я смотрю эфир, и все критикуют Януковича. Ну, я думал, нужно найти какой-то повод, чтобы сказать, какой-то плюс поставить за два года. Вот я один нашел. Не, ну техосмотр это отменили. БТИ опять же. Тут же отдали в другую контору. Но это не важно. У меня вопрос такой. Вот у меня питание и до Сашка, и до Сергія Лещенка. От Сергій Лещенко – журналіст, ви знаєте. Ви читали його матеріали? Ні. От скажіть мені, будь ласка, скільки вам років? 36. 36. Ви знаєте, хто у нас президент?
Ну, звичайно, знаю. Я поважаю його дуже. Я так зрозумів. Я тут дві години сижу за колісами, чекаю, коли мене позвуть. От, але я от зайшов, і я так відчуваю, що я не в темі. Ні, але, Сергій, навпаки, яка... ви навіть більше в темі, тому що ви якраз той експонат, який нам потрібен. Артем, так. Тому що, дивіться. Але я так зрозумів, що я єдина людина, яка сюди підтримала, прийшла, щоб підтримати Віктора Федоровича. Ну, от справа в тому, вас, що, справа в тому, що от ця людина, так, і Сергій Лещенко, який пише про першу людину в цій країні, так, від якої залежить ваше життя, моє життя, всіх нас. Але ви про це не знаєте. Вас не цікавить взагалі, хто ця людина, як вона це робить. Тобто ви навіть не цікавитесь, вам це не цікаво. Я взагалі сумніваюся, що моє життя від когось залежить. Від якогось президента, прем'єра чи ще від будь-якої іншої людини. Тому що я живу досить таким замкнутим асоціальним життям. Живу замкненим життям і веду асоціальний спосіб життя. А у вас є батьки? Є. А друзі? У них натуральне господарство, свої там кози, кури, свій огород. І вони радіють, коли їм приносять пенсію. О, ще й пенсія. Так добре. Що... Тобто, взагалі, скажіть, ми навчили, що залежати від держави. А вам не все одно жити в цій країні чи може в іншій? Ну, тобто, що тоді прив'язує? Якщо ви живете асоціальним життям, ви не знаєте, хто в цій країні влада, вам все натуральне там тваринництво. Що взагалі вас називають українцем? А що в цьому поганого? Ні, просто мені цікаво, що ви вважаєте. Я не кажу, що це погано. Просто мені цікаво, тому що я, наприклад, всім своїм життям там повністю от, вмонтований моє в таке життя. Моє життя належить державі. Але ваше життя. Тобто, моє життя – це теж Україна. Під'їхав так над стулом, підлетів так. Ну, недалеко. Согласен. По суті, приблизно отак от ми вмонтовані. Це навколо обезьяни, чи ми в нього... Ой, Серега, нормально, це всього лише... І ми в нього вмонтований цей обезьяник. І насправді, от знаєте, зараз розмірковувати над тим, що у вас одна Україна, а у мене інша Україна. Ми знаходимося в одному обезьяні. Так в цьому то й праве. От я питаюсь, звідки ви знаєте, що це обезьяник? Як ви дізнались про це? Може, обезьяник зверху? Може, навпаки, ми живемо, я не знаю... В раю, да? В рай це якийсь. А обезьяник зверху? А Міжигір'я – це може, все відносно. Все відносно. Але я вам хочу сказати, що... Я хотів це сказати, що я от пишаюсь Віктором Федоровичем Януковичем. Тому що він виконав всі свої обіцянки. Він сказав, що ми будемо жити... Він сказав, що ми будуємо нову країну. І от я от зараз пригадую, ну, сьогоднішні події, да, от... Юрій Віталійович. Тобто ви знаєте, хто це такий? Хто такий Юрій Віталійович? Луценко. Ну, приходилось знати. А особисто ви його знали? Так. Знали, господи, ну що ж це ну, так? Тому, що а чоловік? Ніхто не може нове познайомити. Нічого. Я зараз пригадую 3 роки тому, коли ми в Гуляйполі на фестивалі «День незалежності з Махном», мистецьке об'єднання «Остання барикада», яке його організовувало, приїжджав Юрій Віталійович Луценко, і ми разом відкривали пам'ятник Нестору Івановичу Махну. Зараз таке уявити. Ну, ми зараз живемо в зовсім іншому вимірі. Так, за дійсно, що вони побудували іншу країну. Вони побудували нову країну. Тобто ви стібетесь? Я стібусь? Ну, хто як сприймає, деякі вважають, що я говорю дуже серйозно. Хоча, мені хочеться, от, щоб ті вірші, які я пишу, щоб вони нарешті стали неактуальні. Як писав Башлачов, я не доживу, но я увижу время, коли ці пісні стануть ненужні. От я декілька років тому написав маленький коротенький віршик, ви просто поменше віршиків читати, то я один коротенький прочитаю, там 4 рядка. Цей паноптикум яскравіший за карти Таро. І як не тули їх один до одного? Коалікційно, фракційно, партійно, соборно, кучно. Навіть бабуся, що торгує цигарками біля метро, розуміє, що парламент може продаватись і поштучно. От я хочу, я дуже хочу, я молю Бога, щоб цей вірш став неактуальний, щоб його забули назавжди. І щоб я не хочу ставати класиком, я хочу, щоб мене викреслили з історії, щоб тільки ці вірші от, назавжди. А яку політичну силу ви підтримуєте? Зараз? Взагалі. Взагалі? От, ну, треба назвати якусь конкретну партію. Ні, не треба. Ви ж підтримуєте когось? Я підтримую. Кого? Зараз я, ну, я зараз підтримую тих, хто в опозиції. А от скажіть, а ви знаєте, що тих тушок, яких привели в парламент, привела опозиція? Так.
А от скажіть, тоді ніколи ваші вершини стануть неактуальними, якщо ви будете підтримувати цих людей. Ну, я так думаю. Я підтримую тих, хто став тушками. Ні, але ті, хто Я підтримую Юрія Віталійовича, який... Який теж привіз дуже багато тушок в парламент. Знаєте, перший перебіжчик – це людина, яка зайшла в Верховну Раду за списком Юрія Віталійовича. Ну так, ну у мене теж було там багато друзів, які мали колись там той чи інший. Просто в мене тепер питання до Сергія. Але це не означає, що моє життя було... Ну, мені здається, що це приклад інфантильного ставлення. Ні, просто це... Інфантильне ставлення до політики просто. Ми ж не засуджуємо. Ми просто намагаємося дізнатися. От в мене було дійсно питання дуже багато до Сергія, одне питання, яке задають мені, і я не міг я не міг просто відповісти. От є люди дійсно в моєму навіть оточенні, які кажуть, що я взагалі займаюся там, не знаю, театром, я живу своїм життям, я взагалі не знаю, хто такий президент. Я, хто? Тимошенко? Ну так, була дівчина, але це мене взагалі не стосується займатися не була дівчина. Я коли кажу, що ви знаєте, а насправді там є корупція, є те, вони кажуть, ми про це не знаємо, нам добре. От скажи мені, будь ласка, навіщо це потрібен ти особисто, ти як функція, як людина, як журналіст, такій людині? Тому що це певна міра ілюзія, якщо ти вважаєш, що ти займаєшся, там, наприклад, мистецтвом або приватним домогосподарством, і ця політика до тебе ніколи не прийде. Це ілюзія, тому що, звичайно, вона приходить щодня, і не з телевізору, а з усіх, там, наприклад, з води, яка тече з крану. На чорному варенки. З пенсії, яку тобі приносить листоноша, і, наприклад, ну, її розмір є смішним, да, наприклад, або з повітрям, яким ти дихаєш. Тобто, ну, політика, вона ж не лише це віртуальні там Вітя і Юлія, яких ми бачимо по телевізору. Це наше все повсякденне життя. І так інфантильно ставитись до цього. Це, звичайно, теж позиція, але потім не треба нарікати, чому ми так погано живемо, чому ми помираємо в 60 років, і чому швидка не встигає доїхати до нас, щоб забрати в лікарню, і багато інших прикладів. Вот. На самом деле, мені кажется, что сейчас самое время позвать сюда всех, кто участвовал в этом марафоне. Мы завершаем. Вот, давай скажем, да, что мы завершаем уже наконец. Да, не волнуйтесь. 7,5 часов. Там уже шум. Это страшная картина на самом деле. Как люди продираются в три погибели сюда. Влад, проходите сюда. Вот. Влад. Вот, собственно, Влад Троицкий. Хозяин. Дай стул. Хозяин. Влад, дай стул. Нормально. Вот просто все сядем как можно. Да. Не у всех. Да, у нас садитесь. Девчата, а давайте мы. Можно? Я скажу благодарность всем, кто нам помог. Егор, ты меня затуляешь, это несправедливо. Две минуты, пожалуйста. Две секунды. Во-первых, мы огромная благодарность Владу Троицкому за то, что нам предоставили помещение с этими декорациями. Огромное вам спасибо, я надеюсь, не последний раз. И... Кажи державною мовою. Особисто я підтримую будь-які ваші проекти в цьому залі, тому що я дійсно сподіваюся, що будуть тільки світлі речі. По-друге, ми дякуємо дуже великій компанії «Воля Кабель», яка за сутки нам провела сюди інтернет, і він був достатньо качественним. Я, кстати, вам скажу ситуацію, що ми посоветовались їм, мені сказали, можна. І Аліні Сігді, яка лично нам допомогла. А також п'ятий канал, телеканал TVI. И еще много-много других людей, которые не захотели назваться, просто, ну, не нужно им это, которые дали нам технику и помогли транспортом и многими другими вещами. Спасибо вам всем большое. А мы вместе...